Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Завод по производству железобетонных изделий приглашает на постоянную работу начальника цеха, мастера смены, электрика, оператора БСУ, электрогазосварщика, машиниста башенного крана, арматурщика. Трудоустройство согласно Трудового кодекса. Телефон 40-42-03. В городе Орск в магазин «Стройланди» на улице Пацаева, 21, требуется уборщица. График 2 через 2. Заработная плата 22 тысячи рублей. Телефон 8 932 554 44 04. Требуются охранники, звонить 23 53 13. Керамзитовый завод приглашает главного инженера, заработная плата 65 тысяч рублей, трактористов на Т-130, Т-170, электромонтера, мастера по ремонту техоборудования, рабочего, зарплата от 50 тысяч рублей, трудоустройство по Трудовому кодексу, телефон 695-333. Требуется водитель на автобус ПАС. Развозка. Звонить 90-37-01. Требуется инженер-конструктор, токарь. Оплата по результатам собеседования. Обращаться по телефону 8-987-893-01-25. В частную охранную организацию «Альфа-Ир» требуются лицензированные охранники. Оплата от 2200 до 2600 рублей за смену. Соцпакет. Своевременные выплаты. Телефон 8-922-622-1758. Организации срочно требуется водитель с категории «Д». Соцпакет. График работы 1 через 3. Звонить 8-922-625-94-65. Редакции газеты «Вечерний Оренбург» срочно требуется корректор. Телефон 37-21-57. В компанию «Профметалл» требуется дворник и водитель категории «С». Звонить 44-48-88. Требуется оператор на АЗС. Телефон 8-987-795-79-76. В строительную компанию требуются монтажники навесного вентилируемого фасада. Телефон 202-769. Требуются охранники в Южной. Звонить 96-48-86. В ЖКХ требуется слесарь-сантехник и водитель-снабженец. Звонить 90-72-40. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.